приехали с Антохой чистить склад. Вот, столько, короче, расчистили. И через пару дней там будет бомбезный клип. Пойдем с генеральным продюсером посмотреть локацию для съемки музыкального клипа. А, Алексей Степанович, скажите пару слов. Серьезный парень. Мы подходим к нашей локации. Склад номер 29. О, Макс, я тебя что, в прошлый раз здесь забыл? Здорово. Здорово. Я 4 дня уже сижу, жду тебя. Блин, сорян, короче. Ну что, все ведь придумал, да, как будет? Конечно, вон, уже все нарисовал. О, супер. Конечно, работать надо. Все, ну давай тогда, конечно. Устанавливают свет, будет просто пушка. Смотри, Степ, у меня в кошельке лежит 1 шекель, возьми его. Так, вот это, да? Да, да. В общем, положи его вот сюда. Okay. Знаешь, почему сегодня деньги из кошелька пропадают? Что это было вообще? Камера пошла. Действие. Наушники. Глаза. Свет. Получается, начинаем вот отсюда двигаться вперед. Так, давай еще хорошо. Футболочку накинуть не можно? Блин, а ты без футболки денешься? Ну ладно. Ну ладно, оденься. Я там просто бумажку подписывал, но уже сейчас окажется, что... Это же пророчество было, а не... Потом порнохаз, я не ладно.